24 февраля, в День независимости Эстонии, в Силламяе состоятся зимние забавы. В этот день на территории спортивного комплекса «Калев Силламяе» будут работать одновременно 4 площадки, на которых каждый желающий найдет себе занятие по душе. Команда ЕСН-ТВ сегодня побывала на рабочем совещании организаторов и узнала программу праздника. 24 числа в городе Силламяе пройдет мероприятие «Зимние забавы». Будет проходить на открытой площадке перед спортивным комплексом «Калев». И данное мероприятие будет разбито на 4 игровые зоны. Одна игровая зона – это будет футбол. Вторая будет у нас будет хоккейный турнир и выступление, показательное выступление фигуристок. Третья зона – это прохождение 103 метра в честь независимости Эстонской Республики. И четвертая зона – это будет сооружение горки и какой-то снежной фигуры рядом на территории спортивного комплекса «Калев». Партнеры данных мероприятий – это спортивный комплекс «Калев», город Силламяе, Силламяйское городское управление, детский сад «Рукилиль» и эстонский детский садик города Силламяе. Мероприятие также принимают участие открытый молодежный центр ЕСН. Спортивный комплекс «Калев» предлагает в честь праздника принять участие в соревнованиях и спортивных состязаниях, а также в турнирах. Я, как председатель комиссии, всегда приветствую. Почему? Потому что эти соревнования уже проходят второй год. Ну, видоизменена программа, может быть. Значит, будет хоккей, футбол, строительство снежных домиков и так далее. Будет интересно. Поэтому приглашаем всех, кто может поучаствовать в этих соревнованиях. Детский сад «Пясу Песа» в этот день предлагает всем желающим пройти лыжную трассу ровно 103 метра в честь дня рождения нашей страны. В этом году нашей дорогой Эстонии 103 года, и мы решили именно на детских лыжах с детишками попробовать 103 метра прокатиться и за это что-то получить. И, конечно же, приходите, потому что мероприятие будет интересное, много-много всего можно по секторам ходить и в разных местах поиграть и заниматься. Ждем вас, приходите. Увидимся на празднике 24 февраля. Начало программы в 12 часов. Следите за последними новостями на городском сайте.